Энергия 15%. Энергия 30%. Энергия 45%. Это все и так ясно. Так, давайте отправляться в нашу следующую глава. Забудьте о Фримане. Ничего тут не спрятали. Что-то тут так все резко трясется. Начало радует. Впечатляет прям. Процентов. Энергия 30%. Энергия 45%. Энергия 60%. Здравствуйте, товарищ. Как успехи? Все у вас тут хорошо? Сейчас мы не только глубоко в тылу врага, еще и упустили последний шанс выбраться. Надеюсь, ты привел с собой поддержку. Она тебе потребуется. Какую поддержку? Я вообще один. Валим отсюда к черту. Извини, док. Следующий. Да идите вы в жопу, блин. Что вы тут только беретесь, а? Так. Это что такое? Что это? Не за, так сказать, понятное, да? Что это за дерьмо, блин? Как я люблю вас, а, ребята? Давай залазь ты, блин. Дебила кусок. Еще лучше. Каким образом ты начинаешь меня атаковать? Если даже я не пересек красную черту лазера. Вот просто вот эти моменты иногда смешно выглядят. Как он вообще может меня атаковать, если я не пересек лазерную черту? У него активация должна сработать. Видимо, в этой игре не так это предусмотрено, да? Небольшой разрыв обшивки. Да, конечно. Куда нам идти? Опять надо какой-нибудь пропеллер, правильно говорит, задвижку повернуть, да? Чего от меня хотите-то здесь? А?
Так, давай это. Может, ты залезешь, а? Чувак. Харе. Ты что, издеваешься, что ли, надо мной, а? Вот и все. Что за дела-то? Понятно. Что же мне? Нашелся герой. Так, вот сюда или туда? Давай-ка посмотрим. Ага. Ну нет, так нет. Вставай. Ух, ё. Да, мощная рыбешка. Как же без осложнений, да? Как же без всего вот этого нельзя ни одну минуту поиграть? Как же, да? Понятно. Вы все там сдохли, нет? Где? Отлично. Вот и хорошо. Вот и прекрасно, да? А то, блин, придумали тут и вояки, и вортигонты, кого только нету. Походу, меня опять какой-то битве готовят. Не просто так. Энергия 15%. Энергия 30%. Думаю, что надо туда идти. Ну что, давай. Ё-моё. Скат, что ли? Ещё и вертолёты. А?
глобальная война идет. И военные против скатов. Как бы уже на базу тонко намекает. Интересно, тот запах живой, нет? Не стал вести двусыпу, да я не знаю, стреляет, но мне кажется, не донатит. Блин, отсюда! Что за... Бери! Так, все вроде, да? Ага, все. Так и пруд под колеса, да? Энергия 30%. Так, где-то еще один, по-моему, остался герой. Друзья мои, знакомые, привет. Да дай ты пройти-то. Разлегся. Если даже так... Все, да? Нету тут больше никого. Так, это лифт. Поехали. Наша глава «Забудьте о Фримене», да? Потому что идет война между существами и людьми. А мы так, присутствуем. Приехали. Это я рад слышать. Заряды C4. Энергия 50%.
Все? Ага. Дверь закрыта, но есть проход. Медицинская система включена. Нормально. Ну, чё ты, блин? Залазь! Ага, да его так разобрали, да? Оперативно-гаражная война. Энергия 20%. Это очень хорошо. 5%. Энергия 50%. Так, куда нам теперь? Сюда, что ли? Выбираемся на улицу. Забудьте о Фримане. И... А, смотри-ка. Станция Ламбда. Станция Ламбда. Понял. Вниз, что ли, надо? А, лифт. Опять сейчас. А, так это ядро Лямбда. Следующая глава, ребят. Давайте доедем на лифте и закончим на этом прохождение главы «Забудьте про Фримана». Будут опять хэдкрэбы нам на голову падать. А чё нет? Мы это помним, как это было. Здесь спрячемся. Всем, ребят, спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, лайкуйте. Удачи, берегите себя.